Да, ребят, всем привет. 10 ноября 2018 год. Я вот нахожусь в Сакраменто. У нас сейчас вот 1:30 времени дня. Смотрите, что у нас. Какая у нас сейчас атмосфера. То есть горят леса у нас примерно 2 часа от нас на северо-восток. Горят леса. Жена сказала, что уже около 100 тысяч акров охвачено огнем. Не могут контролировать его уже на протяжении нескольких дней. Выгорел полностью один город, очень крутой, очень богатый, дорогой парадайз. И примерно 250 тысяч человек осталось без крова. И вот смотрите, вот уже в Сакраменто уже на протяжении нескольких дней у нас вот такой смог полностью. 1:30 дня, должно быть солнечное солнце. Голубое небо, у нас, видите, все заволочено с такой серой пеленой. Посмотрите на солнце, какое солнце у нас. Оно более ярче, конечно, на в реале. Чуть-чуть ярче, красноватое такое. Запах дыма непереносимый стал уже вот сейчас вот конкретно. А также жена говорит, что горит на юге, это город Малибу тоже. Малибу этот, в принципе, тоже такое курортное место. Город миллионеров. Вот такая у нас беда такая происходит.